больше. Дать-то я. А у тебя белая краска есть? У меня закончилась. Бери. А зачем тебе краска? Новый год на носу, а снега нет. А, ну ясно. Ну все, пока. Курва. Да, 8, как и договаривались. Угу, США будет там. Что? Кто здесь? Польша. Польша. А? Боженька. Польша. А, Дед Мороз. Тебя не существует, Дед Мороз. Сегодня ночью должно произойти нечто очень ужасное. Ты должен предотвратить это. Иди нафиг, Дед Мороз. Польша уходит. О, привет, Польша. Я Монако! Как ты думаешь, Австралии понравятся наши подарки? А я не знаю, я ее еще не встречал. Она настоящая. Они настоящие! Сегодня Лукашенко, Путин в одно и то же время. Кого смотреть, решать тебе! Поэтому будем чистить. Да, 8, да, как 8, и договаривались. Угу, США будет там. Целиком будем совать? Нет, блин, по кусочкам. Ты мне уже пару раз тоже слаживал по кусочкам. Проехали. Топор-то тебе зачем? Вот. Курва! Куда тебя подвести? Польша, привет! Гони за тем танком!
Америка, не езжай туда, там... Слушай, что ты орешь, а? Таджикистан! Быстро гони за тем танком! Прекращай орать, Вася, слушай, а? Это очень важно! Ёкарный бабай, жми! А? Держитесь за сиденья! Ты ученик, понимаешь? Ни одной аварии за все время. Эстония, смотри, там Финляндия хочет тебя взять в скандинавские страны. Шайтан! Что это было? В смысле? Мы ёлку рубили. Автомат тебе зачем? Расплатиться за ёлку. Мы же на территории Финляндии. Ну и зачем он мне? Финляндия. А верёвка? Мусорные пакеты? Ёлку упаковать. Ну и хорошо. Я мог бы и догадаться. Да, в прошлом году вообще был фейерверк, а все подумали, что это атомная война. О чем ты меня предупреждал? О шутечках про прошлогодний хлеб. Вот блин, это и вправду ужасно. Ребят, у вас хлеб прошлогодний!